Тегеране встретились министры обороны России, Ирана и Сирии. Подробности вот этой трехсторонней встречи, разумеется, не приводятся. Ключевые вопросы обсуждались за закрытыми дверями. Переговоры глав оборонных ведомств трех стран связаны с резким обострением ситуации в Сирии, сообщают дипломатические источники. Последние несколько дней боевики пытаются организовать наступление на позиции сирийской армии сразу в четырех провинциях. Официально Тегеран призвал все группировки в Сирии вступить в переговоры с правительством и заключить перемирие. Интересное заявление сделал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Он возложил ответственность за продолжение сирийского кризиса на США, их западных и региональных союзников. Шамхани высоко оценил помощь России в борьбе с терроризмом в Сирии. В Тегеран Сергей Шойгу прилетел из Ашхабада, где провел переговоры с президентом Туркменистана Курбангулы Берды Мухамедовым. Эту встречу эксперты считают знаковой, даже исторической. Дело в том, что Туркменистан достаточно закрытое государство. Оно подчеркивает свой нейтралитет и принципиально не присоединяется ни к одному военному политическому союзу. Поэтому контакт Ашхабада с главой оборонного ведомства другого государства очень важный сигнал. Конкретных деталей переговоров российские военные пока не раскрывают.